А что это вы делали в школе? Мы делали гитару. Гитара. А там внутри конфета. Я этого так хотела выйти из школы, сразу разблокировать телефон, и там буду выключить будильник на 7 утра. Короче, поздравляем вас. Начались школьные осенние каникулы. Почему так быстро? Вот и в прошлом. Наоборот, почему так медленно? Могли бы уже это что-то... Слава богу, одна неделя, не две. Смотрите, как у нас красиво осень. Детские каникулы. Как вы понимаете, где грибы? Грибы. Вот. Это грибочки маленькие. Там где-то есть повыше и побольше. Да, там есть. Короче, Артема одноклассник пригласил на день рождения. Мы идем искать костюм, потому что там нужно быть в костюме Хэллоуин. И подарок идем смотреть. Нет, там написано либо funny dress, либо Хэллоуин. А, то слово funny. Да. Боже, я не могла понять, что это за слово. Да. Так вот же funny. Вот. Это что, funny? Ну, должно быть, да. Похоже на да. Ну, они же пишут, знаешь. Думаешь, что мы Friday. Все... Friday! Мы в отделе Хэллоуина. Так, ну мы сюда не смотрим. Мы смотрим на костюмы. На костюмы смотрим. Так, что у нас есть? Есть рубашка, скелеты. Есть толстовка с тыквой. Так. А, есть толстовка с тыквой, видите, поменьше размер. Вот это ничего так. И футболки. Да, тоже такие есть, видишь, футболки с Микки Маусами. Это на совсем малышей. Костюмы. Понимаю, что это все. Это грим. Вот мама. Здравствуйте, дети. Это жесть. Это реальная жесть, мама. Не идет, не идет. Можно я надену? Я не видела тебя. Слушай, так и пойдешь на день рождения. Стоп, подожди, иди. Вот, смотри, еще какая классная футболка. Типа ветки двусторонние. Видите? В одну сторону получается Майнкрафт, вот а в эту тыква. Сторону тыква Майнкрафт. Классная, да. Да? Только единственное, что тут она висит на 13-14 лет. Может, найдем поменьше. 7 фунтов? Нет, это 8 фунтов. Видишь? За 8 фунтов. Смотрим еще, что на какой-то подарок какой-то. Oh, sorry. Вот еще какой-то, вот знаешь? Это кешес. Вот думаем, думаем. Что? Господи, там нету. Ничего нету больше. Вот есть вот такие. Есть а, тут еще... тоже есть, смотри, есть лего. Вот. А вот есть вот такое еще. Лего. Тут еще есть такие машинки. Артем, тут есть лего Спайдермен. Тут зашли в другой магазин. Но тут уже, видите, Рождество, а что-то про тыкву вообще ничего нету. И игрушки. Боже, сколько всего. Тут одежда. Смотрите, игра в Джуманджи. Боже мой, это же мой любимый фильм детства. Джуманджи, помните? А вот это? Он был такой страшный. Но такой а вот классный. Это? А в эту всегда хотела поиграть. А, так он вообще стоит. Ого, 14 фунтов. Это есть вертолет. Где? Покажи. Елки, смотрите, уже повыставляли. Молодые. Купола. Угу. Вот есть... А что, а яйцо как тебе? Вот есть такой динозавр. Есть а вот какие-то... Рай. Рай для детей. Артем, пистолет как у тебя? А тут... Вон Артем смотрит на вот эту Audi R8 на управлении. Лего. Еще лего, кстати, это тоже лего есть. Там есть еще другие машинки. В общем, они по 20
фунтов. Я бы взяла вот эту вот оранжевую. Хоть бы раз такой покататься. Хотя нет, меня как-то катали поклонники на спортивной такой машине очень давно. Я чуть штанишки не наделала. Было страшно. Короче, выбираем между этими двумя. Подарок уже купили. Audi. Теперь нужно купить наряд. Вот. Audi R8. Да. Супер. Ну, наверное, вот эту возьмем. Только мне придется ее перешить, уменьшить размер. Причем надо уменьшить таким образом, чтобы потом его назад вернуть. Понятно, да? Я вот здесь заберу. Возможно, по ширине заберу. И низ заберу. Ой, блин. Все, а мы после карантина, да? Смотрите, какая возможность здесь сделать тыкву прям вот так, как будто бы глаза зашиты, и зубочисток зубы сделали. А тут вообще, смотрите, куклу, да, куклу засунули внутрь, глаз поставили. Прикольно, мне нравится. Ну да, да. Так, ну я заколола вот здесь. Так вот, сойду на нет, на рукав. Ну, тут хватает ему объема. По ширине я решила не убирать. И вот здесь подколю. Главное, чтобы надпись не убирать. Да, подколю, прострочу, а потом потихонечку будем ее отпускать, отпускать. Короче, он до 13-14 доносит. В общем, нормально. И тут тоже отпустим. То есть я не буду срезать, я просто внутрь заверну. Ну вот, вот такая у нас красота получилась. Да? Видите, тут подкатило чуток, а здесь чуток ушло. Все. Какой ветрюган. Какой ветрюган. Не, это мне. Так, Артем идет в день рождения, а у нас Аня задание. Партийная. Домашняя. Это надо сфотографировать. С книжкой в разных местах. Где ты читаешь в каком-то непривычном месте. Например, там, не знаю, на дереве, в мусорке, под столом, в тележке для... Так, куда мы пришли? Куда мы попали? Я забрала Артема после дня рождения. А ему торта не хватило, представляете? Да? Короче, пока он там играл и бегал, его съели. Большой семье ушами или чем там, не хлопает. Ну ничего, не расстраивайся. Я не напился. Не напился? А что, а чем другие напились? Я айс какой-то съел красный, и все тоже пили айс. Айс, ясно. А вода там была? Да. Короче, чтобы загладить ощущение пустоты и несъеденного торта, решил к себе машину купить. Какую? Красную? Оранжевую? Я хочу посмотреть там. Что там? Там тоже такие же. Там какая-то зеленая, например. Зеленая. Лезь в маму. Короче, мам. Ты просто поставь. Там тоже серая. Такая же, как вот эта. Там красная. Тоже красная. Заберем красную. Красную? Вот да, это? Да. Тут, видишь, она какая-то разная. Тут такая, там такая. Тут это Audi, а это Aston Martin. Здесь еще вот такая. Я знаю, черную хочу. Черную? Ламборджини. Да. А что там?
Морги. Господи. Ой, ребятки, посмотрите, что у меня сегодня. Я заболела, лечу себе кофе, и я купила эклер, заварное пирожное. Так захотелось. Ой, сейчас хочу разрезать, посмотреть, что там. Что же там? Мягкое, смотрите, какое. Смотрите, смотрите. Дети сказали, что вкусно. Ну, детям можно верить. Так, надо протестировать. Впервые такое в Англии покупаю. О, пахнет вкусно. Не так сладко, как в основном бывает. И очень мягко, прям растаяла. Ничего не поняла. Еще раз. Вкусно. Даже начинаю выздоравливать. Температура ночью была, голова вот такая. Но ничего, я думаю, все будет в порядке. Сейчас еще кое-что вам покажу. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот такая красота цвела у меня. Вы это уже видели. Расцвела еще вот это. И белое вот это. Вы представляете? Невероятно. Этот не цветет. Видимо, не время ему. Так что у меня здесь цветник. Скорее всего, нужно пересаживать. Но как, я не знаю. Наверное, когда цветы цветут, орхидеи, их пересаживать нельзя. Если вдруг вы знаете, подскажите. Эти орхидеи достались мне, я не помню, рассказывала или нет, случайно от ребят из Литвы, которые 8 лет прожили в Англии, решили вернуться домой. И вот она уезжала, русскоязычные литовцы. Она говорит, я либо на мусорник выброшу, либо тебе отдам. В общем, я забрала. А на завтра Хэллоуин. Смотрите, соседи украшают свои дома. Вот эти. И вот эти. Прям такие паутины на кусты развешивают. И дождь.